Патрульный корабль. Название «Надежда Халы». Говоришь, «Надежда Халы»? У меня там одно дело. Я сейчас. Надо избавиться от этого зверя. Срочно. Я серьезно, Питер. Иначе нам всем светит тюрьма. Да какая тюрьма? Это безвредная космолама. Безвредная? Помнишь Инокубе? Нет, не помню. Эту планету сожгли. Один придурок провез туда Экселона. Я вышвырну зверя в космос. Стоп, швырять не надо, так мы точно спалимся. Вдруг он разносчик болезни Зефрона? Вот поэтому Дракс спрячет его в тайном грузовом отсеке за растениями Грута. Питер, Джейсон, Квилл. И Джейсона припомнила. Эй, привет, Карел, как дела? Сколько прошло, два? Это позор, Питер, даже для тебя. Карел, все не так, ты не думай. Что ты полез мародерствовать в запретный сектор космоса? В компании воров и убийц, как я вижу. Слышь, убивать за деньги — это другое. Так нелепо вышло. Навигатор гикнулся и повел нас напрямик через эту зону. Бой в системе навигации. Ну что тут скажешь? Как только до нас дошло, мы сразу скорректировали курс, а тут и вы. Ну-ну. Питер Квилл. Они лежали в отсеке, в том, где ты сказал. Мне пришлось вытащить, а то не хватало места другому. Питер Квилл, с планеты C-53. Согласно закону ZXP-47, я арестовываю тебя и твою команду. Слушай, я перезвоню. Что? Пожалуйста, скажи, что этот ящик не набит контрабандой. Но, конечно, он набит контрабандой. Причем исключительно ценной. Правда? А что? Это корабль опустошителей. Тут даже переборки крадены. Мы не можем все спрятать. Я выкину ящик в космос. Только попробуй, морду расплавлю. Оружейные системы Милана устарели на 4 поколения. Эта техника нам нужнее, чем дурацкая зверюга. Может, эта зверюга биоугроза 3-го класса? На килн захотелось? Прячь ламу. Что? А мои вещи? Слушай, я знаю, Карел, от техники еще можно отмазаться. А вот потенциальная биоугроза... Я не настолько обаятелен. Ты с копом спал? Она тогда не была копом. Я к тому, что мы были близки. Доверьтесь мне. Я есть Грут! А вот и штурмовая группа. С Центурионом Карел. Молчать, Ленни. Командор не станет тратить время на общение с пиратами. Да в том-то и дело, мы не пираты. Мы уполномоченные наемные герои. Да, вот именно. Пробей по картотеке, хмырь. Официальная лицензия номер 67398-2. Спаржа Галактики. Что? Нет! Ракета. Но формуляры заполнял Грут. Я дописал остальное. Не самые известные герои, каких можно нанять. Но определенно в пятерке лидеров по красоте имен. Члены-спонсоры. Грут. Флора Колоссус. Последний в своем роде, бесстрашный боец и лучший друг. Ракета. Супергений и настоящий волшебник по части взрывчатки. Точно не енот. Гамора. Приемная дочь Таноса. Самая опасная женщина в галактике, и этим все сказано. Дракс-разрушитель. Серийный убийца и герой галактической войны. Бывает сварлив. Последний во всех смыслах. Питер Джейсон Квилл. И все? Всего 7 слов? Больше не уместилось. Простите, извините, мне только... Кадет Голд, что ты здесь делаешь? Вы не знаете, правда? Читайте. Направить на обучение. Я на обучении. Ты не маловато для корпуса.
ты не староват для такой прически? Я уточню у капитана. Нет. Нет, она одобрила это. Не могла же я сама без ее ведома. Простите, сэр. Обувь задержанных противоречит уставу, пункту 7А. Вот на этом реактивные ботинки. Это для красоты. Молодец, кадет Голд. Класс. Прощай, план Б. Нам не нужен план Б, я все решу. Нет, ничего ты не решишь, пират. Решаю я. Встать в строй. Так, на выход. Эй, куртку не лапай. Кадет Голд, умеешь проводить арест? Я все выучила. Первым делом? Первым делом и извинись. Мы законопослушные предприниматели и следуем закону. И мы не охотились на монстров в нелегальном секторе. Этот арест — ошибка на ошибке. Во-первых, что тут делает ребенок? Я прохожу стажировку. А во-вторых, мы с капитаном очень близки. Ну-ну. А ну стоять. Что-то случилось? Да. Нет энергии, веры, нет питания. Нет питания, нет защиты. Одна искра. Техники разберутся. Они... Им не постигнуть сути! Как они починят то, чего не понимают? Успокойте великого объединителя. Просканируйте еще раз. Кого? Объедков ценителя? Великий объединитель Рейкер. Глава церкви... Вселенского чего-то там. Он дрейфовал в карантинной зоне. Искал там Бога, все, по его словам. Пошли. Мы поймали его, как и вас. Вот только я знаю капитана. Я говорю, просто передайте капитану, что я... Мама прямо сказала, что не хочет тебя видеть. Да, Квилл. Что ты там сказала про маму? Нет. Держись! Квилл! Нет. Малая, ты там? Ты цела? Да, кажется. Подожди, попробую. Держись! Жаль, что... Ботинок! Нету! Кадет Голд, да? Ники! Рад познакомиться, Ники! В общем, Ники, план такой. Прыгай, хватайся за мои ноги, а я постараюсь не упасть. Что это план не... Все получится, поверь мне! Видишь? И ничего такого. Умница! Надо же! Круто получилось! Спасибо. Потеряй я арестанта, мама бы меня убила. Мама, ага. Ладно. Пойдем отсюда. Вон бронированная дверь. Укроемся там. Эй, помоги-ка мне. Готов? Давай. 3, 2, 1. Нужно идти. Сюда. Кадет Ники. Ого. Держись. Я знала, что с этим кораблем что-то не так. Ловить богов на свалке? О нет, дело плохо. Секундочку. Я бы тебе помог, если бы ботинки работали. Предписание 3C. Не реактивировать обувь. Да ладно, я смогу подлететь. Нет, ты мой арестант. Сама справлюсь. Я и вижу. Так, поищем другой путь. А тут точно нельзя пройти. Тут я командую. Как с... Ты как? Нормально. А ты? Все пучком. Так, нам сюда. А нам не нужно наверх? Ну,
Ну, к остальным. Здесь есть еще. Да, что так? Вы издеваетесь? Спокойно, не бойся. Так, спокойно. Не хочу тебя торопить. Уже почти. Да, есть! Сюда! Молодец. Спасибо. Ты тоже ничего, пират. Звездный лорд. Ну, или Питер. Или там, спаситель кадетов. Ладно, Питер, дело такое. Есть две новости про твоих друзей. Хорошая и плохая. Давай хорошую. Они в порядке. То есть, они там живы. Так, а плохая? Они сейчас находятся в карцере. Мало ли ты надеялся, что они сумели сбежать. Мять! Трубы лопнули. Может, вызовем кого-то по этой твоей штукенции? Это лишнее. Я разберусь. Помоги мне, надо перекрыть пламя. Хорошо. Все, наверное, переживают. Пропала дочь капитана. Не дуй... Потихоньку... Не волнуйся за меня. За меня и так все волнуются. Знаешь, ты держишься молодцом. Не хуже тех, кто меня раньше арестовывал. Сколько их было? Ну, немного. На этом роботе макияж? Что? А, да. Это Иц. Я знаю всех здешних ботов. Они как друзья мне. Я их перепрограммировала. И разрисовала. Ну да. Нет, это клево. Теперь они разные. Правда клево? Идем сюда. Да. Взял и просто залез в какую-то дыру. Как будто меня здесь нет. К твоему сведению, тут есть лаз, по которому я мог бы запросто от тебя удрать. Но из уважения к тебе я сделаю вид, что не заметил его и пойду, куда скажет. А мама знает, что ты здесь играешь? Это вряд ли. Но что мне остается? Других детей на борту нет. Знаешь, у меня в твоем возрасте было мало друзей. Да, я сидел в тюрьме, но... Значит, мама не врала. В тюрьме Читаури. Я был ребенком. У меня столько вопросов. Родителей тоже схватили? Нет, мама погибла. Отца я не знал. А как вы с моей мамой познакомились? Мы с ней вместе воевали на Меркурии. Я помню ее вспыльчивый нрав. Она вечно всех строит. Поучает, осуждает. Ты еще ребенок, Ники. Ты не знаешь, как устроена жизнь. Не лезь в спасательные капсулы. Я тебя понимаю. Правда? Это позор, Питер. Даже для тебя, Питер. Это запретный сектор, Питер. Да, все так. Куда это ты собрался? Хочу убедиться, что здесь мы защищены. Ну, от огня. Сюда. Помни, командую тут я. Само собой. Там тупик. Поверь мне. Ну, конечно, я тебе верю. Я вижу. А это точно кратчайший путь к карцеру? Ты ж вроде не хотел в карцер. Ладно. Доверься мне. Если это попытка сбежать с маминого корабля, так и скажи. Я, в принципе, очень даже заинтересован. Только главное, чтобы это не выглядело как похищение. Что? Нет! Нет! Ух ты! Не смейся! Нет, нет! Прикольно. Это твое тайное логово? Это точно лучше, чем карцер. Мы ненадолго. Проверю, как тут Ультима. У него приводы чудят. Не торопись. Твоя мама одна побеждает в войне? Я знаю, что это не только ее заслуга. Нет. Последний рывок мы сделали все вместе. Ты тоже? Ну, я оказывал им поддержку. Пиратствовал? Ходил в рейды. А это хорошее пиратство. Мне кажется, вы бы с ракетой подружились. Либо
не выносили бы друг друга. Одно из двух. Ты про енота? Да уж, Пашка. Я о том, что он тоже обожает технику. Это Крилар? Да, это старый рисунок. Сейчас я могу лучше. Нет, нет, классно. Хоть и мрачновато. А, это Меркурий, да? Ага. Это то сражение, в котором участвовала мама. Говоришь, ты тоже там был? О, да. Она бы не справилась. Эй, сюда нельзя. Это личное. Не входить. Я понял. Я, в общем-то, закончила. Надо идти, а то мама совсем взбесится. Да, она умеет раздуть из мухи слона. Ведет себя со мной, как с маленькой. Не только с тобой. В общем, ты меня понимаешь, да? Если у вас с мамой будет разговор и зайдет речь обо мне... Видишь ли, я вроде как не должна бы... Ты не хочешь, чтобы она узнала про твое логово? Понятно. Да, и про все остальное. Все остальное? Ну, что у меня есть ключ, который отпирает некоторые двери, и что я назвалась стажером, и что я была поблизости от ангара, и все, что касается меня, ты меня не видел. Лифт тут, рядом. Помочь? Да! Есть! Мам? Я объясню. Ники. Да ладно. Все нормально. Честно. Высший класс. Во имя Хала, о чем ты думала? Связалась с преступниками. Пошла на задержание. Подозреваемыми. Чуть не погибла. Догадываешься, какой нагоняй тебя ждет? Мам, ты обещала мне больше свободы. Свобода не право лгать офицерам. И лезть куда не просят. Я виновата, что чей-то корабль взорвался. Запретная зона не зря так зовется. Я тебе не арестант. Ты ребенок. Ты хоть слушаешь? Эй, эй. Нам всем пришлось очень тяжело. Давайте успокоимся. И признаем, что каждый из нас не без греха. Потушите пламя и осмотрите ангар. Есть, командир. Узнайте, почему взорвался тот челнок. Великий объединитель Рейкер не идет на контакт. Так надавите на него. А вы двое за мной. Конечно, ты взбесилась. Иначе не бывает. Даже Питер так сказал. Он сказал, правда? Я думаю, Питер оговорился. С ним часто бывает. Скажу прямо, Ники меня спасла. Она держалась молодцом, ты можешь ей гордиться. Из твоих уст, Питер, похвала ничего не стоит. Почему ты ведешь себя так грубо? Можешь его выслушать? Мне плевать, что он скажет. Верхний уровень. Каюта капитана. Наконец. Блокировать двери. Блокировка дверей. Теперь убьешь нас? В теории открыть эти двери могу только я. Да, я знаю правила. А по-моему, нет, потому что ты умудряешься обходить все барьеры на этом корабле. Я хочу знать, как. Или покажи мне. Мам! Вспомнил последний раз, как я застрял в лифте. Со мной была одна с Шиара. Она... Фу. Ты совсем больной? Но она была очень милая. Выпустите меня отсюда! Выпущу, когда ты мне все расскажешь. Ты и так все знаешь! Нет, не знаю. Ты вечно лезешь, куда не просят. И каким-то образом тебя постоянно ловят в запретных зонах. Я мелкая. Ясно? Везде пролезу. То есть и охрана тебя не заметила, и блокпост ты миновала. Там же был сбой в системе, помнишь? Да... Да, и все отключилось, и... Не было такого. Ну как это не было? Ты что, правда сейчас выгораживаешь 12-летку? Ну надо же. А выглядит на все 16. Питер! Да что? Она все делала по уму, она смышленая. Чересчур вскрывает любые замки. Или, может, у тебя имеется допуск 6-го уровня? Так и знала. Николетта, выверни карманы. Нет! Сама выворачивай. Это я. Да, это я хакнул все эти двери. Ты хакнул? Да, теперь я хакер, все хакаю. Типа, бибабоб, бубабиб. Я говорила, что нельзя.
А как же подделанный приказ? Не знаю, что сказать, мам. Тебя подвела служба безопасности. Но я точно ничего не скрываю. Я бы не стала. Поговорим потом. Отменить блокировку. И можно помочь им в ангаре? Нет, возвращайся в каюту и сиди там ближайшие 30 оборотов. Ну, мам! А может, хочешь 30 циклов? А! Ну и денёк, да? Взрыв челнока, нарушители карантина и дочка. И не говори. Чуй. Не верится, что ты его сохранила. Как он уцелел? На Меркурии было 1000 градусов. И это было 1000 циклов назад. Можешь оставить его себе. Он твой. Я же велел ему тебя охранять. Пусть выполняет свой долг. Тем более, что сейчас у тебя есть дочь. Двенадцати лет, которой не было тогда. 12 лет назад, когда... Питер. Мы заметили ваш корабль, и я обрадовалась. Поначалу. Но теперь я вижу, что ты все тот же. Прежний, ты прежний... Не прежний. Я выплачу любой штраф, но дай мне 3 цикла. Я докажу, что я не то слово, каким ты хотела меня назвать. Заплатишь 7000 юнитов? За 3 цикла? Ого, да, это большие деньги. Ну а что, если, допустим... Сумма не обсуждается. Поисковый отряд обнаружил на твоем корабле целый склад запрещенной техники. И больше ничего? Ладно, ладно, получишь ты деньги, не вопрос. Затея со Стражами Галактики близка к осуществлению. И если бы не наручники... Я бы показал, насколько близка. Почему я уверена, что пожалею? Да ладно, разве я тебе... Ты не пожалеешь. Честно. У тебя 3 цикла, Питер. Не 4. Не 5, 3. Соберешь всю сумму, выходи на связь. А если не соберем? Наше устройство отключит ваш корабль. А вас ждет тюрьма. Ясно. Мы не подведем. Что так с Питер? Ты обещал уладить вопрос. А что? 7000 юнитов не так 7 много. 7000 юнитов? Это огромная сумма. Где мы возьмем столько денег за 3 цикла? Придется грабить банк. Где еще? Ну да. Нас штрафанули. Да, в наш корабль вмонтировали датчик, который вырубит движки, если мы не расплатимся за 3 цикла. Зато нас не отправили в тюрьму. Пока еще. Да бросьте вы. Ты Дракс-разрушитель. Ты убил Таноса. Якобы. Тебя не напугаешь каким-то штрафом. А Гамора, ты как агент Ми-6, только круче и сексапильнее. Тебе все нипочем. Началось. Ракета, ты гений, а прыти у тебя хватит на 10. Сколько раз ты сбегал из тюрьмы? 7. 7. Я есть Грут. Ты есть Грут. Ребят, мы же с вами команда. Надо только подсчитать, сколько у нас денег, и составить план. Поройтесь в закромах. Посмотрите за диваном. Загляните под верстак. Глядишь, там завалялась пачка другая юнитов. И я у себя поищу. Ладно. Вот почему нельзя спать с копами, Квилл. На моем корабле бомба. Он мой.
Я за тобой слежу.